Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Мы продолжаем вас знакомить со стратегиями брокера Quotex, и следующая стратегия – 5 минут. Новички в трейдинге бинарными опционами всегда хотят найти лучшую стратегию для бинарных опционов на 5 минут, так как такая экспирация является оптимальной для многих трейдеров. И такая стратегия должна быть построена на проверенных временем индикаторах, которые позволяют не только получать сигналы для входа, а и определяют тренд. Перед началом торговли бинарными опционами не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10. Индикаторы стратегии на 5 минут для Quotex, настройки и принцип работы. Прежде чем перейти к правилам торговли, рассмотрим более подробно каждый из индикаторов, которых в стратегии 3. Это Keltner Channels, Vortex и MACD. Каналы Кельтнера основаны на скользящих средних. Средняя линия в индикаторе является основной и строится по максимумам и минимумам за выбранный период. Другие две линии дублируют ее, но с определенным отклонением. Принцип действия индикатора заключается в том, что цена, выходя за пределы канала, всегда обязательно в него возвращается. Поэтому сигналом для нас будет выход цены за границу канала. Добавляются каналы со стандартными настройками. EMA период 20, ATR период 10, множитель 1. Vortex строится на волатильности, и чем сильнее движение, тем сильнее расходятся линии осциллятора. Их пересечение будет являться для нас сигналом на покупку опциона. Добавляется индикатор также с базовыми настройками. MACD – это всем известный осциллятор, который, как и каналы Кельтнера, построен на мувингах. И суть его заключается в том, что он показывает схождение-расхождение мувингов, или, говоря проще, соотношение между двумя скользящими средними цены. Настройки MACD тоже оставляем без изменений. Торговля по стратегии 5 минут ведется на минутном таймфрейме с экспирацией, как уже стало понятно, 5 минут. Для покупки опционов первым делом мы обращаем внимание на каналы, и нам нужно дождаться ситуации, когда цена достаточно сильно выйдет за пределы канала. После этого мы смотрим на два нижних индикатора, из которых MACD должен пересечь нулевой уровень, а в Vortex должны пересечься линии. А теперь рассмотрим все более подробно на примерах. Для покупки опциона Call нужно, чтобы, первое, цена находилась ниже границы канала. Второе, MACD пересек нулевой уровень снизу вверх. Третье, нижняя линия Vortex пересекла верхнюю снизу вверх. Для покупки опциона Put нам нужно, чтобы, первое, цена находилась выше границы канала. Второе, MACD пересек нулевой уровень сверху вниз. Третье. Нижняя линия Vortex пересекла верхнюю сверху вниз. Заключение. По мнению некоторых трейдеров, эта система – лучшая стратегия 5 минут на опционах. Но чтобы прибыльно торговать по ней, необходимо протестировать ее, так как не каждый сигнал будет являться прибыльным. Поэтому тестируйте ее на демо-счету и не забывайте про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Подпишитесь на наш канал WinOption Signals, чтобы не пропустить интересное и полезное видео. Спасибо за внимание, успешной торговли!